Всем-всем большой привет! Я, как всегда, рада приветствовать вас на моем канале. Большое спасибо, что заглянули ко мне в гости и смотрите это видео. А посвящено оно будет натуральной органической косметике, которую я заказала вот с этого сайта. Пару слов о самом сайте. Сервис замечательный. Это просто рай для любителей всего натурального и органического. Там очень много различных фирм, которые выпускают именно такую косметику. Также, если вы увлекаетесь ароматерапией, то на этом сайте вы можете найти большое количество аромамасел на любой вкус. Поэтому, если вам интересно, то ссылочка, как всегда, будет в инфобоксике под этим видео. Мне сайт понравился, я осталась довольна. И, в общем-то, вот такой вот большой заказ я сделала. Вот такой пакетик с этого сайта мне пришел. Симпатично выглядит, и также мне еще понравилась прикольная надпись, которая здесь была на пакете. И давайте же я вам ее прочитаю. Надпись такая: «Ку-ку, я бумажный пакет, наверное, совсем скоро я окажусь у тебя под раковиной с парой своих собратьев. Может быть, меня сожрет соседская собака или просто отправят на помойку. А я бы так хотел попасть в переработку и стать воздушным змеем. Да, воздушным змеем было бы совсем неплохо. Но что бы ни произошло, я всегда запомню тот день, когда я нес твои покупки из магазина For Fresh». В общем, вообще очень классный пакетик такой, действительно все прям, даже действительно на этом сайте все органическое, все натуральное, даже пакет. И я его обязательно сохраню, и не знаю, в общем, просто мне он очень понравился. Вот, вообще, что касаемо меня, то в принципе я люблю натуральную косметику, не сказать, что я прям, знаете, прям такой фанат, и что я всегда там читаю внимательно состав, нет. Но органическую косметику я уважаю и всегда с большим удовольствием и интересом ей пользуюсь. Ну и давайте, наверное, приступим. Первое, что хочу вам показать, это, конечно же, средство для волос. Я всегда, ну то есть мне интересно действительно пользоваться натуральными средствами для волос, с натуральными компонентами и сравнивать их, скажем так, с теми, которые содержат кучу силиконов и тому подобные вещи. Я заказала для волос себе два средства, и сейчас вам их покажу поподробнее. Первое — это аромашампунь с высоким содержанием эфирных масел. Он как бы дает, тут написано, что интенсивный рост. Здесь находится в составе имбирь, нероли, виноградная косточка, ну и множество других компонентов. Также здесь написано, что здесь есть аромаэффект, то есть действительно очень много натуральных масел. Что могу сказать про этот шампунь? Во-первых, ну, я им пользовалась пару раз буквально, у него очень экономичный расход за счет того, что здесь такая помпа и выдавливается именно столько средств, сколько необходимо. Он очень приятно пахнет, несмотря на то, что натуральный, он неплохо пенится, хорошо вымывает волосы. Он, наверное, из-за того, что здесь действительно есть много масел в составе, он делает волосы такие прям именно гладкими, блестящими и очень увлажненными. При этом, опять же, несмотря на наличие этих масел, ни в коем случае волосы не жирнятся, не выглядят как-то засалено, грязно. Очень свежие, гладкие, блестящие волосы. Классный шампунь, я осталась им довольна, буду обязательно его использовать. Вот. И также второе средство от фирмы, которая мне нравится, я уже не первый раз сталкиваюсь с этой фирмой, уже тоже заказывала, это фирма Organic Thai. Мне действительно очень нравится эта фирма, и я заказала вот такой вот натуральный бальзам-кондиционер для волос с франжипани. Во-первых, такая прикольная у него упаковка с листочком, действительно напоминает нам о том, что это органическая косметика. Приятно пахнет, производство Таиланд, вообще классный бальзам, он очень напитывает волосы, опять же, не делая их при этом жирными какими-то. Они также напитанные, ухоженные, блестящие. В общем, я только лишь довольна, даже не знаю, что еще сказать, потому что средство действительно мне нравится, я с огромнейшим удовольствием его использую. Далее, еще давайте заглянем в мой пакетик. Кстати, здесь мне положили вот такую брошюру, как бы, да, книжечку. Здесь номера, а также доставка написана, курьерская, в общем, такой журнальчик, где можно ознакомиться с
продукции данного сайта. То есть, в общем, очень интересно полистать. И также уже присмотрела на будущее парочку покупок, которые бы хотела также сделать в будущем. Также здесь такие красивые картинки есть. В общем, такое приятное дополнение. Приятно было посмотреть, полистать. Также еще пробнички вот такие здесь были в дополнение, тоже такой приятный бонус. Это лосьон для рук и тела с маслом иланг-иланг, еще не пользовалась тоже. И также гель Траумель, тоже он с натуральными компонентами, также для лица, тела. Будет тоже интересно ими попользоваться. Также я себе еще заказала вот такую вот аромалампу. То есть сюда нужно ставить свечечку и капать какое-нибудь ароматическое масло, и, в общем-то, приятный аромат будет по комнате. И также такое дополнение к интерьеру, скажем так. Симпатичная такая вещица, стоила она недорого, где-то на других ресурсах можно гораздо дороже такие лампы встретить, там также есть выбор, можно выбрать какие-нибудь другие на ваш вкус. Была она вот в такой коробочке. Вот, переходим дальше к следующему. И далее еще одно средство, опять же, от фирмы Organic Thai, как я и говорила, без ума от этой фирмы. Это натуральный увлажняющий скраб для лица с гранулами жожоба, белая орхидея. Написано, что ручная работа, тайский спа, ароматерапия. Во-первых, действительно, опять же, очень приятно пахнет, так же, как и бальзам для волос, то есть у Organic Thai именно все продукты очень приятно пахнут. Вообще, знаете, я просто в восторге от этого скраба для лица, мне он настолько понравился, что я даже не знаю, какие слова можно подобрать. Я просто всем вообще советую вот это средство, наверное, понравилось мне больше всего из моего заказа, я обязательно буду покупать его еще. Безумно мне понравилось, такие там, знаете, крупные такие гранулы, видно сразу же при использовании, что это действительно все органическое, все натуральное, отлично очищает кожу, кожа потом буквально как у младенца, настолько мягкая, настолько очищенная, прям вот сияет. В общем, я очень довольна, для очищения классное средство, не знаю, просто мне даже слов не хватает, насколько передать, потому что действительно я очень осталась довольна, у меня кожа, она комбинированная, склонная к жирности, и мою кожу прям отлично очищает, при этом, несмотря на то, что частицы очень крупные, скрабирующие, они абсолютно никак не травмируют кожу, но при этом действительно ее очень здорово очищают, вычищают всю грязь и при этом увлажняют и делают кожу мягкой, вот. Поэтому средством этим довольна. Также еще одно средство для лица от фирмы Веледа. Я решила попробовать вот такой вот кремчик для лица с ирисом, потому что прочитала очень много положительных отзывов в интернете. Также некоторые подписчицы мне когда-то советовали это средство попробовать. Что могу сказать? Вообще фирма Веледа мне тоже нравится, хорошо к ней отношусь. Здесь 30 мл. В этом кремчике. Могу сказать так, что крем на самом деле хороший, но не для меня, то есть мне он не совсем подошел, потому что, как я упомянула выше, у меня кожа комбинированная, склонная к жирности. Этот крем идеальный вариант для сухой кожи, потому что он очень-очень сильно напитывает кожу, очень сильно ее увлажняет, то есть для меня это, скажем так, чересчур, потому что кожа у меня и так жирная, а он ее, скажем так, еще больше напитывает, то есть для моей кожи это слишком, поэтому данный крем только лишь для очень сухой кожи. Если у вас сухая кожа, то я уверена на 100%, что вам это средство понравится, особенно на ночь, потому что питание, увлажнение, супер, кожа потом действительно прям такая ухоженная, напитанная, но не для жирной кожи. Вот, в общем, вот такое у меня мнение об этом креме. Вот, но тем не менее продукт достойный для своего сегмента, скажем так, для сухой кожи. Может быть, нормальный тоже подойдет. Вот. А следующее, что хочу вам показать, это вот такой вот натуральный скраб для тела с экстрактом ламинарии. Написано «прощает целлюлит». Ну, в общем-то, решила заказать вот такой скраб для тела, типа антицеллюлитный. Не знаю, как там он борется с целлюлитом или нет, но скраб
Потрясающе. Во-первых, он приятно пахнет. У него такие очень крупные, тоже скрабирующие частицы. Он действительно все прям отшелушивает, действительно так драет кожу, при этом приводит ее в тонус, потому что тут, мне кажется, что-то цитрусовое есть. И прям так бодрит, освежает, очищает кожу, при этом ее тоже увлажняет. Я очень люблю вот такие натуральные скрабы, и этим я осталась тоже очень-очень довольна. Буду им драить свою пятую точку, буду его использовать также и по всему телу. Отличная вещица. И также еще последняя вещь, еще один скраб для тела, написано тающий скраб для тела, органическое масло макадами, шелковое масло и женьшеневая пудра. Вот такой вот тюбик, роскошный шелк. Этот скраб уже, конечно же, немножко отличается от предыдущего, если этот, он действительно такой прям даже как скраб-шлифовка, такой шлифующий скраб, то этот он более нежный, более мягкий, но при этом также отлично справляется со всеми своими задачами, хорошо очищает, увлажняет кожу. В общем-то, я тоже этим средством осталась очень довольна и обязательно буду его использовать, пользоваться им с огромным удовольствием. В общем, вот такой у меня был заказ с этого сайта органической косметики. Я осталась всем очень довольна. Все ссылочки будут внизу. Проходите, смотрите. Все любители всего натуральненького, такого зелененького, прошу вас на этот сайт. Ну вот и все. Это было все мое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Спасибо, что вы его посмотрели. Спасибо, что были со мной. Всего вам самого хорошего. До новых встреч на моем канале. И всем пока-пока.